Итак, снова всем здрасте. Сегодня продолжаем мы нашу знаменитую игру Alien vs. Predator 2010 года. В прошлый раз мы прошли за нашего, так сказать, десантника, отца. Доказали, кто здесь в доме хозяин. И на этот раз мы уже будем проходить за... Кто у нас? О, в прошлый раз вроде был чужой. Ну ладно, хрен с ним. Давайте тогда уж тогда за хищника. Будем, как говорится, по порядку идти. Так, хищник, новая игра. Такой череп это больше похож как это кальмарка, не знаю, там какого-нибудь. Для осьминога. Ладно, не суть. Новая игра. Ну, естественно, максимально мы не возьмем, потому что не хочется заново видос. Заново проходить уровень, если вдруг умрем, а монтировать мне, если честно, как-то впадло. Да и времени особо нет. Поэтому возьмем просто высокий. Чтоб, так сказать, если что, нам могли тоже задницу надрать. Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Короче, прошла та же самая заставка, что и первый раз проходили. Поэтому можно было и пропустить. Ну ладно, теперь будем знать. Так. Бля, какие статуи. Домой себе хочу такую. У подъезда поставлю. Всяких алкашей пугать. Так. Ага. Младший. Ящеры достойные противники. Да какие это нафиг ящеры, серьезно. Ящеры, ё-моё, какие ящеры. Не, я не согласен, не похожи на ящеров местами, но это не ящеры. Можешь поправить меня в комментариях, конечно, но... Чё-то как-то... Не сильно-то принадлежат они к ящерам. Ай, ладно, не суть. Я уже сколько раз заблокировал атаки-то. Быстро атака позволяет, но это понятное дело. Быстрый меньше урона, долгие боли больше урон. Ну
боец младший. Младший, ну и... Первый трофей воин. Бедный писк оторвали. Так, показывает здоровье, я уж понял. Аптечки, 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 аптечки. Так. Не более 3 медкапсул. Ну, как и десантник, короче говоря, не более 3 аптечек, шприцов. Часть экрана показывает направление, в котором находится ваша следующая цель. Ля. Угу. Бля, я не могу, ну просто как можно назвать чужих ящерами? У них же есть матка. То есть, как у насекомых, которая откладывает яйца. Да, конечно, рептилии тоже откладывают яйца, но... Ну, у них же нет матки-то. Ну, имею в виду, так сказать, королевы. Они больше на насекомоподобных похожи. Если они такими и являются, по сути. Я не знаю, если кто-то знает больше, может написать в комментариях, но просто, по крайней мере, ну, я не считаю ксеноморфов ящерами. Может, для хищников они являются ящерами. Но, не знаю. Ладно, я постараюсь не прикапываться под этой теме, но, блядь, жопа, пиздец, не представляете, как у меня горит от этого, блин. У меня просто горит жопа, назвать, блядь, по сути, насекомых, насекомоподобных существ рептилиями, ящерами. Ладно, все, остынем. Если я не прав, тогда уж напишите. Ладно, на чем остановились? Так, надо в эти статуйки пострелять. Так, мы, получается, как младшой. То есть, когда мы прокатили за десантника, то же самое, как курсант. То есть, нам дан дает понять, что десантник, что хищник, мы никто и звать нас никак. То есть оружие сражается автоматически. А, да, есть такая фигня здесь. Что особо плазменной пушкой и прочей и пушками, которые предметы, которые тратят энергии, не особо-то побалуешься. Потому что источников энергии довольно-таки весьма ограничено. И пополнять их тоже один раз всего можно. В отличие от второй части, где у тебя есть перенастой, так сказать, генератор энергии, где ты можешь и лечиться, и пополнять энергии сколько хочешь раз. Здесь в основном больше, так сказали, хотели сделать, наверное, упор больше в ближний бой. Но, не знаю. Так. Ля. Хотел мои ноги подлезать, да? Опять ящер. Блин, ладно, ладно, все. Не хочу дальше свою жопу раскалять. Я постараюсь на это внимание не обращать. Честь тебе. Thank you.
Это было больно. Куда жвалы тянет? Получил по сапатке, ё-мо. Помнишь момент, помнишь тот момент убивания жертвы, ты уязвим. Ну понятно. Бить ящер. Ты прошел испытание, воин. Короче, я как понял, да, мы младшой, то есть какой-то малой. Просто мы малой. Но посмотрим, на что наш малой способен. О, хищник, дальний бой. Прям чуть тебе на голову не прыгнул. Да-да-да, и все свалили. Обучение завершено. Ну, понятное дело. Так, продолжим. Наш малой, так сказать. Так, а это, как понимаю, нифига себе. Хочу себе такой же телескоп, чтобы за Катькой из соседнего подъезда наблюдать по ночам. Ага. Выходи, ублюдок. Да-да-да, кто смотрел прошлый ролик или играл за человека, помнит тот самый этот, где мы уничтожили, по сути, как корабль главных людей. Красота-то какая. Кресло, какой прикольно летающий аппарат у них. Красивый. Хочу себе такой же, как кресло, под кресло, я не знаю, это компьютер сидеть. Так. Ща малой будет нагибать, так сказать. Младший, узнай, что с ними случилось. Ну, да. Как и наш предыдущий раб сюжета, где курсант выжил, пережил всех топовых бойцов. Мы, по сути, как тоже не особо-то умелый воин, переживем, походу, да, самых крутых хищников. Блин, что я вызвал-то? Изображение существует. Вот твой сильный оружие. Все понял. Продолжаем патрулировать. Ну, сержант, поищем ксеноморфов. Сержант, поищем ксеноморфов, да? Блин, надо настройки немножко поменять. А, блин, надо же этот. Блин, вроде поменял все как должно. Как мне надо было, все настройки, но походу. Что-то я, походу, упустил. О! Так, манок, режим обзора. Где маскировка-то? Вот, маскировка. Или маскировка, вроде на другую клавишу ставил. О! Так, 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 манок, аптечка, это понятно. Выбрать плазмомет, выбрать свое копье там. Масштаб. Бег, господи, нет.
Нет, на Q я не могу бегать. Для меня, мне это неудобно. Я не знаю, в принципе, многие привыкли на... Кто-то там на Shift бежать, кто-то на контур приседать, я не знаю. Я обычно привык, что приседать это C, на X бежать. Я не помню, с какой это игры у меня это пошла такая фигня, под настройки, что на X бежать, а на C приседать. Мои друзья, которые играют всякие тоже игры, как-то удивляются, как так можно, типа, играть с такими клавишами. Ну, вот так вот. Я не понимаю их, как можно бежать на Shift, блин, и приседать на контур. Ладно, ну, не об этом мы, конечно, видос записываем. Мы все-таки проходим игру за малого нашего, который еще может доказать своим браткам, кто здесь все-таки опасный в этом месте. Кто здесь самец-то? Мы что говорили, ладно. Давай. Черт, забыл. Ты же уже с ними встречался. Да меня не ксеноморфы пугают. А кто? Те, кто уничтожил Марлоу? Да, без предупреждения. Бах, и все. Нет Марлоу. Мы не знаем, кто это или что это. Ясно одно. Против их оружия. Наше просто куча хлама. Вот он где! Так, а что это было? Что? Алло? Новый тип группировки! Блин, что у меня, алло, не работает клавиша-то? Так, стоп. Надо подойти посмотреть. Может, я что-то не так сделал? Тактическое зрение. Как они меня заметили, да, алло? Получайте! Смена магазина! Движение! Дистанция 25 или больше. Не снижаем бдительности. Да ё-моё! Десант, не расслабляемся. Противник на прицеле. Ой, опять что-то не то. Блин, это половина сраного видоса, а только я настройки меня, ё-моё, надоело. Ладно, все, надеюсь, это в последний раз. Да, вот. Все, никто ничего здесь нет. Доп оружия. На этот раз убежу, что ни хрена нет. Так, действие F, все. Нафиг. Нафиг. Манок. Все. Все, вроде бы больше две клавиши за одно и то же действие не отвечают. Так, ага. Трофеи, да, тут трофеи. Собери их всех. А, ну да. Тут, в принципе, как за человека надо собрать, ну, не обязательно, типа, но кто хочет получить ачивку, там, собрать все аудиодневники за хищного, там, за нашего малого, кто играет, надо собрать трофеи, чтобы ачивку получить. Но, в принципе, я их собирать особо не буду, потому что я за все три кампании уже собрал нужное определенное количество вещей, поэтому мне ачивки открыто. А вот что за ксеноморфа будет, я не скажу, секрет. Так, блин, контур ходить, ё-моё. Все, обещаю, это последний раз захожу в настройки сейчас. По крайней мере, в этом видео.
что у нас все-таки идет запись о том, как мы будем играть малым, а не о том, как какие настройки я подбираю. Все. Спокойно. Помни, чему тебя учили. А, проблема у нас. Как людей уничтожит людей. Вот расист, а. Да, от них расизм вот так и прет. Уничтожь людей, уничтожь того, уничтожь этого. Ну, урод, ну же, урод, давай! Иду я, иду. Ни хрена себе манок, блин. Урод там. Что у нас тут? Я у вас тут. Бля. Бля, серьезно? Сюда! Держись, я уже иду. Похоже, звук шел отсюда. Вижу. Да, поломка компьютера всегда выводит из строя с турели. Да-да-да, с помощью этих штукой можно пополнять себе энергию. Но, соответственно, пополнять нам нечем, так как мы ничего не тратим. Это младший погиб достойно. Мы позволим людям украсть... технологию. Ну, ошибка перевода, да. Позволим. Нифига себе, какой дерзкий, а? Ну ё-моё. Вот это дерзкий был, слушай. Так сказать, указал нашему малову его место. Да-да-да, я понял, что мы позволили. Ты не десантник, не наш батя, который мог с торбашом подойти в упор нафиг и отстрелить. Все, что только вздумается, блин. Ow!
Еще я заметил тут один интересный факт. Когда первый раз с этим ксеноморфом сражаюсь тут, что когда я раньше играл на высоких сложностях, я почему-то постоянно помирал один раз. Вот не знаю, прям какая-то закономерность такая. Так, все. Взорвали. Так, что-то вас тут много. Ай-яй-яй-яй, да, меня ж бить могут. Давай быстрее добивай, господи, ё-моё. Тебе малую жопу рвут, блин, а ты, блин, все с противником играешь. Да, наш Малоне так-то плохо. Только добивал бы быстрее бы. А так вообще красава. Малой растет у нас. Охранное заграждение обесточено. Ксеноморфы прорвали защиту. Орудия 4 и 5 открывают огонь! Мочите этих ублюдков! Выходи, ублюдок! Так. В чем дело? В чем дело? А в чем? Похоже, звук шел отсюда. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не люблю, когда со мной играют. Всем отбой! Монтан! Уже идем. Ну и где ты идешь? Что это за чертовщина? Всем отбой! Да, кстати, здесь особенная, такая забавная особенность есть в этой игре. От многих игр, особенно тех годов там, что мы здесь можем видеть хотя бы свое тело. Да, в принципе, это не особо сейчас наше время новшество, но, тем не менее, довольно-таки приятно. Внимание, КДВ! Защита восстановлена! Но будьте внимательны! Внутри все равно могут быть враги! Вот, можешь видеть свое тело, что довольно-таки очень не может не радовать, что очень приятно, так сказать. Бля, понял, когда на самой высокой сложности проходил, я просто тупо в наглую просто ходил и очень быстро захват делал, ну, быстро добивание, так сказать, в спину. Так, о чем это? А, ну, то есть, что вы можете видеть свое тело. Ах, ё-моё. Ни хрена вы глазастые. То есть, есть такой, сказать, эффект погружения небольшого, что все-таки мы не летающая голова с руками, а все-таки полноценное тело. Бля, я помню, когда-то я просто вырезал, ходил. Просто вышли. Вот.
тебя вижу! О, вот так просто нагло подходил. Что за чертовщина у вас там? Ответьте кто-нибудь! Сам прибежал. Много жертв. Есть кто-нибудь живой? Отзовитесь! Что? Отзовитесь! Как слышно? Почаще бы так спиной приходили ко мне все. Давай зарядимся. Да, задолбит, конечно, такая фигня, что постоянно какое-либо действие совершаешь, постоянно включается эта сраная маскировка. Да, это тебе не Крайзис, блин, тебе пофигу. С маскировкой без ты можешь под водой плавать. Что там такое происходит? Несанкционированное проникновение. Дверь открыта. Я тебе... Видите, наш хищник быстрый, поэтому можно спокойно вокруг человека пробежать. Просто раз и все. И дело с концами. То есть скорость, как говорится, у нас довольно-таки более высокая. Не, маскировка точно. Сюда! Уже там. Давай кабанчиком, ё-моё. И что у нас? Я у вас тут. Такой красивый. Сильный. Чё, сканеры? Теперь этот ноутбук никогда больше не будет разряжаться. Так, энергия. Так, нам надо куда-то попасть. Точнее, не куда-то, а я знаю даже куда. Вроде бы как. Так, что нам показывают-то? А, не все, значит, мы сделали. Блядь, давно не играл, ёбаный. Врачу капец. Да, сейчас наши милые чужики бегут. Их же это ограждало это. Забор с электричеством. Они же это не умеют. Вот, допустим, с этой скалы перепрыгнуть сюда. Ну, рабы сюжета — удивительные создания. Никогда не знаешь, что можно им ждать. Ай-яй-яй, да беги! Беги! Кто нас... Ах ты ж... Вот под ногами болтается. Как еще наш малой от них споткнулся, ё-моё. Я бы на его месте, блин, уже споткнулся бы от такого. Малой, главное, повнимательнее будь. Ё-моё. Ха-ха-ха.
Да ё-моё, а сколько там-то? У меня чё, весь район, я не знаю, на нашу малого решил? Похоже, на нашего малого весь район решил всколыхнуться. Так, так, так. Но наш малой неплохо держится. Бля. Ну одного из младших далек найти его. Обязательно. Сейчас только пополнимся. Давай, малой, так. Будем. Опа. Да-да-да-да-да, у нас тут это. Ничто человеческое. Движение на болотах. Возможно, ксеноморфы. Рассыпаться цепью. Прочесать сектор. Осторожно. Там могут быть ксеноморфы. Ну и вонь. Еще бы. Жители колонии годами сбрасывали сюда отход. Смотри, там какое-то движение. Да ё-моё. Так, на водичку тут лучше не наступать, потому что у нас сразу отключится маскировка. Это у нас не костюм из Крайсиса. Так что будем довольствоваться тем, что имеем. Так. Ответьте, капрал! Доложите обстановку! Движение! Дистанция больше! Устанавливай подачу энергии! Ё-моё. Прикройте нас! Ты где вообще? Алло? Ладно, малой. Маскировку мы активировали. Порой крысы быть не так уж и зазор местами. Не снижаем бдительности. Ну же, урод, давай! Выйду. Ой, что у вас тут? Ё-моё. Суп даю, если что-то было. Всем отбой. Ну, тут я вижу! Титан, не расслабляемся. Да, давай, давай. Ну подумаешь, труп, ну с кем не бывает. Движение просто... очень далеко. Вообще не смущает то, не что снижаем тут трупы и товарищи валяются. Ну, обыденный дел, ну шел. Еще один наш. Башку оторвало и все. Вот он, дорогая. Прикройте! Перезаряжаюсь! Это глаза отчаяния, конечно. Было бы классно взять автомат их и пойти всех стрелять, конечно. Но это уже было бы немножко не канонно, конечно. Ты к тому же, учитывая... Что же это за монстр? Я откуда знаю? Ясно одно. Это не человек. Думаешь, поблизости еще такие есть? Надеюсь, что нет. Но ты не зевай. Тут есть хоть кто-то, кто не хочет нас сожрать? Да. Конечно, было бы круто. Вон там! Вон там! Иду я, иду. Что, хищник там, я не знаю. Что у нас тут? С автоматом мог бы хищник наш пойти стрелять. Но учитывая размеры нашего хищника, я думаю, автомат бы для него был, я не знаю, что как... Где? Пистолет игрушечный для взрослого человека такого. Значит, накачанного, брутального.
отбой. Команда была отбой. Все. Просто стелс на высоте. Так, берем головку. Аптечку. И наши технологии там спасают людей. Да понял, я понял, все, отстань от меня. Какие-то маленькие, вот, однако, взрывы, если честно. В фильмах, когда мы смотрели про хищника за свои преступления. Убивали людей куда под свои преступления. Да, конечно. Преступление, то есть убивать, когда вы убиваете людей, это не преступление. Когда вас же убивают, это преступление. Странно у них, однако, понятие. О! О, битва районов идут. Проклятый ублюдок, господи! Не давать им высунуться! Патроны кончились! Алло. Блин, ё-моё, я что это вообще было? Я подожди. Я кинул мину. Мина не взорвалась. На меня бежит чужин. На меня бежит чужик вместе с той миной, которую я в него кинул. То есть получается, что эта мина просто к нему прилипла, и она не срабатывала. Просто бежал с этой мины. Тогда логично, вопрос исчерпан. Ага. Выходи, выходи, ублюдок. Да, я помню, любил такую фишку делать. Бля. Сюда! Меня не проведет. Вот ты, Питер, а. Вот ты. Давай, иди сюда. Ну же, урод, давай! Я в такие игры не играю. Чувак! Ну, по-братски. Вон там, вон там! Меня так не заманишь.
Десант, не расслабляемся. Ладно, ты меня победил. Вынудил. У него адаптивная маскировка. Вот он, здоровяк. Они везде! Их слишком много! Кто? Кого много? Вас слишком много? Много! Ну чего? Да! Они ведь... Ай-яй-яй, быстрее, быстрее, быстрее! Не снижаем бдительности! Страшный звук там. Вы видели это? Вижу противника. Да ё-моё. Похоже, это новая разновидность ксеноморфа. Да, чёрт. Абсолютно. Меня кто-нибудь слышит? Термооптический камуфляж. Он что, невидимый? О, психа. У меня пусто. Молодец. Теперь бери нож. Десант, не расслабляй. Бомба! Вот он где! Он преломляет всех. Так, надо подлечиться, серьезно. Не снижаем бдительности! Такой в стену смотрит. Вот это я понимаю, противники. Противники, которые заслужил наш малой. Нож в печень, конечно, хорошо, ну а два ножа в печень вообще еще лучше. Thank you.
надо карать? Зачем обязательно рвать себе глотку? В общем, это был у нас предали. Ну, чужий хищник, просто народе. Так, второй сюжет. Фу, вторую миссию. Вторую мы, конечно, уже прошли. Сейчас у нас будет третий. Да, кстати, в принципе, сюжет за чужого хищника как-то более побыстрее проходит, чем, допустим, за нашего бравого морпеха, десантника, так сказать. Ну, как минимум из-за того, и в скорости передвижения. Потому что, ну, понятный человек, типа как слабенький, немощный и прочее. В отличие от нашего брутального малого, ну и нашего чужика, который может своими четырьмя лапками передвигаться еще быстрее, да еще по всяким поверхностям. Ладно, слишком много болтаю, давай продолжим дальше. О, вот наш предали. А, у меня аж колени заболели. А вот это наш был предален. С такой сексуальной гривой еще на затылке. Сюда! Держись, я уже иду. Мать ваша, у нас трус. Блин. Это можно просто смотреть вечно. Почти вечно. Вон там! Вон там! Уходи. Какой-то у меня умничка. О, со смартганом, кстати. Вот это опасно. То, что я помню... То, что я, честно, не помню. Похоже, звук шел отсюда. Именно отсюда. Потому что со смартганом тут я не полностью уверен, видит ли меня он впереди издалека или нет. Как-то я, честно, не особо-то проверял, и проверять особо не хочу. Поэтому будем немножко, так сказать, своеобразные крысы. Ага, зашкерился за ящиком. Наш малой не ликуши, так сказать. Так, там турелька, да-да-да-да-да. Конечно. Подожди, а что? А что это вообще было? Почему у меня страх как-то? А почему это они упали? Ведь по идее они... Я кинул в них мину, она должна взорваться. Мины тут не супер, конечно, мощные, но... Не снижаем бдительности! Но странно, она не взорвалась и...
Но они упали. Ну, ладно. Просто словили мы какой-то баг в игре. В принципе. Удивляться чему-то тут нет. Так, нам надо попасть внутрь, если я не ошибаюсь. А нет, не внутрь. Внимание! Заграждения на крыше обесточены. Обесточено не то слово. Так, так, куда нам идти? Ага. Кто-то уже до нас побывал. Ну, не кто-то, а наш, так сказать, сородич. Так сказать. Ну, в принципе, младшой будет идти по стопам нашего старшего брата. Эй, какую-то хрень несу, честно. Что нам делать? Я попытаюсь запустить подъемник, чтобы добраться до диспетчерской. Прикрой меня, я обойду защиту. Так. А, я понял. Вспомнил, как я это делал. Блин. Ну же, урод, давай! Уже иду. Какой ты у меня умничка сладкий, а? Не падай, пожалуйста. Похоже, звук шел отсюда. Выходи, выходи, ублюдок. Уже там. Просто видит труп товарища, да, и пофигу, ну с кем не бывает. Сюда! Уйди. А я просто... А этот чувак просто стоял и смотрел, как я просто решал его к решению. Ну офигели, Крем. Малой, ё-моё, малой. Новичкам везет-то. Так, надеюсь, наш малой не боится узких пространств. Форд, спуститесь в лифте и проверьте периметр. Мне нужны отчеты. Мы не должны пускать внутрь переломанных единоборков. А, кстати, да, аптечка. Мочи, твари! Окопаться! Опять разборки. Десант, не расслабляемся! Отряды Дельта и Эхо нашли улей. Хотят добраться до королевы, и я им не завидую. Мы должны были пойти туда и всыпать этой суке под первое число! Они типа знали, что ты сюда прешься. Прекрати скулить! Я пока постою, смотрю в сторону. Вижу противника.
Прикройте, перезаряжай! Ай, беги! Прям по попке надавал. Прям по попке как всыпал. Но все-таки мы не батя, а малой. Батя-то уже там достаточно всех всыпал. Теперь пора малому показать, что он все-таки стоит больше, чем просто быть никем, ничем. Как наш тогда бравый солдат, курсант. Хотя братья прилично убил бы, не знаю. Вот шахран. Кахтунберг, блин, а? Бля, кто двери скрывает? Ё-моё. Таракан такой бегает по стенам вокруг меня. Так забавно, просто встаю такой, как таракан, бегает по стенам туда-сюда, туда-сюда. Пытаюсь найти, не знаю, крупное место, куда можно забраться. Но я надеюсь, что в аду будет особое, приособое такое VIP-место для того, кто скрывает двери на уровне. Бонта! Бонта! Держись, я уже иду. Похоже, звук шел отсюда. Это точно. Энергии никогда не помешают. Так, аптечки, аптечки у нас ближайшие. Ни хрена нет. Делали и вы, если брать, конечно, сюжет из «Чужой против хищника» первой части.
это наш правый батька. Опасность. Рекомендуется срочная эвакуация. Тут все разнес. Типа пьяный батя, так сказать. Начать эвакуацию. Нужно быть в хуле. Пойди внизу, сгибай. И узнай, если у тебя брата охотник. Да, королева убитва. А чё, ибо не, а чё, ибо нефиг. Пьяный батька в гневе — это страшное оружие. Просто страшнее, я не знаю, атома даже. Страшнее атомного взрыва. А этот мелкий засранец сейчас будет. Отродье, да. Как будто я это отродье выпустил. Кстати, забавный факт в этой игре, то что здесь почему-то мини-компьютер и хищник как-то взрывается по мощности, как я не знаю, как какая-то осколочная граната прям. Обычно в фильмах, я не знаю, взрываются прям как атомный взрыв, а тут что-то такое себе. Ладно, я походу уже повторяюсь. Может, и не повторяюсь. Ля, ой. Здание разрушается на пути. Так, алло, а чё я... Найди способ погасить пожар. Найти способ? Да как... Да как три пальца обоссать? Как три пальца обоссать? Хотя, учитывая, что у нас... У младшего хищного... Младшего хищного полно здоровья, можно вообще просто тупо сквозь огонь пробежать. Не думаю, что чего-то ему там сильно. Ой-яй-яй. Не думаю, что чего-то сильно пострадает. А, там что-то вроде будто веселее, по сути. Опасность. Рекомендуется срочная эвакуация. Ай-яй-яй. Продолжить, ясен хрен. Чаю тебе благословение. Ты ступаешь по священно золотишной ящике. Сквернила на священную землю. Господи. Господи, расисты, честно, вот расисты, вот, вот я не знаю, чужие как-то и то более получше будут. Они хотя бы убивать пофигу, кто ты, вообще нас пофиг, убивает и убивает, а эти прям надо оскорбить, вот, унизить. Ладно, завелся, что-то. Не с
суть. Если не ошибаюсь, в игре у каждой, в принципе, расы здесь всего 7 уровней, насколько я помню. Или 8. Йо! Кстати, в отличие от нашего бравого десантника, у нас можем выбирать все аптечки, у нас все равно почему-то аптечки скашиваются. То есть выходил с тремя аптечками, а пришел с одной. Не знаю, может где-то хищник по дороге, я не знаю, споткнулся, ногу сломал, вылечил ее. Потом что-то шло, я не знаю, там камень на голову упал, еще минус аптечку. У меня другой логики нет. Это десантник, я не знаю, может, пока идет, там, не знаю, с трупов собирает аптечки где-то. Подбирает или, не знаю, просто сбрасывает на вертолете. Ну, а хищник я никак не могу объяснить. Ну, видимо, наш малой, походу, малость неуклюжий в путешествиях. Постоянно случаются какие-то беды, в которых требуются затраты медикаментов. Так, ну что сделать-то? А, тут же это надо вспомнить. Надо активировать вот эту штучку-дрючку. Ой. Так. Да-да-да. Провода. Такая это миниатюрная бензопила дальнего действия, так сказать. Не требующая источника энергии. Бля, мне его жало. Хочу. Ах ты ж! Какие-то, кстати, лапы тоненькие у них, ноги. Может, мне или мне так кажется. Так, что-то активировалось. А! Походу, надо еще что-то найти. Так, где-то третий. Ага, вот ты где. Я уж совсем забыл. Давненько не играл. Звук, как будто, я не знаю, шарик сдулся. Точнее, не сдулся, это как... Ну, знаете, когда надуваешь шарик... Ладно, не то сравнение. Неправильно, потому что сравнение там немножко не то. Ошибся. Я раскрыт великие сокровища, найди маску прародителя. Маск. Ну, спасибо. Надеюсь, что только маску у нас будут прародить, а не что-то там другое прородить. Ладно, что-то я
Да хрен с ней с этой маской, ёма, ты лучше бы аптечку взял. Малой. Путешествие же пригодится по уровням. Вот ты опять, блин, что-нибудь там споткнешься, разобьешься где-нибудь. Вот так должен выглядеть настоящий мужчина. Каждый настоящий мужчина. Наблюдаем впечатляющую заставку на то, как кореша малого избили нашего ящера. Блять, не ящера, господи, я это сказал вслух, господи. Позор, бесчестие, безумие. Настоящее сокровище. Маска, которая позволяет видеть чужих. Что-то помню, во второй части это сокровище у всех тут было. Помню. У каждого прямо это хищника. Походу, со временем хищники начали, наверное, деградировать. Это, наверное, уже будущее. Деградировать начали. Терять свои технологии. Не удивлюсь, если через 1000-2 лет или сколько там, или через 10 тысяч лет хищники будут, я не знаю, с дубинками бегать. Всех хренакать, а ксеноморфы будут развиваться и станут цивилизацией, в которых будет технологии, оружие, корабли для космических путешествий. Так сказать, поменяются ролями. Ксеноморфы будут становиться невидимыми, летать на кораблях, а охотники будут бегать где-то по стенам в пещерах с дубинками. Зазевавшийся десантников и прочую жертву. Все может быть. Но это пока всего лишь теория. Бля, как ПНТ, прибор ночного видения. Видимо, сладкий. Кто сегодня хорошо покушал? В принципе, ты же залезешь, верно? Или нет, уже походу не залезешь. Они умеют плеваться в противника кислотой. Какая радость-то. А я могу плеваться ручной бензопилой. Точнее, портативной бензопилой. Блин. Главное, чтобы себе так, не знаю, пальцы не отхватило. Метание так дисков. Но все может быть. И да, и мой вам совет, мои дорогие зрители, никогда, слушайте, никогда не ловите нож, который падает на вас или который вас летит. Никогда. Даже не думайте об этом. Летящий на вас или падающий нож ловите голыми руками.
Если вы, конечно, не какой-то там профессионал, который этим, ну, типа занимается, что-то может. А так никогда. Иначе в лучшем случае, как говорится, делайте царапины. Ну, порезы, точнее. Ах ты ж, кто? Вот ты. Сать подошел, а? Блин, не знаю, я бы на его месте вообще бы не особо-то старался диском, я не знаю, тут летать. Потому что, не знаю, отрастают ли у них новые конечности или нет, я не знаю. Потому что, насколько знаю, не у всех рептилий регенерируются конечности. А вот насчет хищников тут я даже понять. Вырастают ли у них новые отрубленные пальцы или нет, тут, к сожалению, вселенная об этом вроде как умалкивает. Хотя, может, это и упоминается, но не знаю. По крайней мере, я это об этом не слышу. Занимаем позиции. Дверь закрывается. Следите, как бы ни появились ксеноморфы. Здорово. Теперь я понимаю, каково было Кастеру. Да, только у тебя, в отличие от него, есть твою-то пушка. Твою-то мать, вот он. Так. Нам надо, получается, открыть эту дверь. Ага. Что мне делать? Дверь не открывается. Бля, какие искры вообще. Блин, вот искры меня вообще просто радуют. Вот сколько раз уже смотрю, прям вот, не знаю, прям не устаю за ними смотреть. Я могу прям на это долго смотреть, как на качество искр. Причем без сарказма, не, реально, мне искры очень нравятся здесь. А, подожди, нам же это надо наверх, господи. Туплю, малёха. Блин, зря, конечно, людей порешал. Надо было вначале все дверцы открыть, чтобы ксены перебили, но... Да ладно. О, знакомое место.
могу я тебе открыть. Правда, кое-что другое тебе вскрою, открою, но... Я сделал, что ты просил. Кстати, единственное, что хотя бы здесь не нравится, что когда ты метаешь диск, ты до сих пор невидимой становишься. Вижу противника! Хоть от какого-то действия, я не знаю, тебе не падает маскировка. Ну и, естественно, когда ты бьешь по стенам. О! Бля, я раньше этого не замечал. Может, что-нибудь выцарпает тут? Что-нибудь на языке хищников? Так. Что мы здесь выцарапали? Здесь написано, что малой вас всех порвет. То есть, мы малой, значит, мы порвем. Это послание, ё-моё. Ладно, пизду, ё-моё, какую-то хероборину несу, честно. Значит, так сказать, знаешь, мы немного поехавшее прохождение, так что привыкните, свыкайтесь с этим. Я буду говорить как есть. Ай, прям в огонь, ё-моё. Ё-моё, серьезно? Ну ладно. Пока их мертвого братишку не трогал, на меня они, походу, вообще внимания не обращают. Как только тронул, что-то выбежали. Так сказать, им не понравился мой акт вандализма в отношении их сообщества. Как девочка ору, а? Но я думаю, на моем месте, если бы вы кинули мину, которая реагирует на противников, противник, который находится на расстоянии рукопашного боя, я не знаю, я начал бы пищать, предупреждая о том, что я сейчас вот-вот взорвусь. Я думаю, вы бы и не так бы заорали. Понятное дело, что это все лишь игра, но все-таки страшно, наверное, не по виртуально. Страшно не по-детски. Еще пол морды. Фига себе у них там, я не знаю, звук челюстей, как будто, я не знаю, ножницами что-то порезать хочет. Блин, прям по ребру. Не знаю, насколько это больно, но неприятно как минимум точно. Так, здоровье, в принципе, у нас еще приемлемо. Главное не стараться не забывать, что мы не батька-нагибатор, а все-таки... огромный громила, который все-таки чем-то еще ограничен. Хотя,
чем ограничить, не знаю. Точно никогда не будет. Надо вспомнить, что делать, а? А, да-да-да. Для нас там особый путь приготовлен. Остальные уже ищут капрала. Надо прочесать тут все. Может, удастся обнаружить ее сигнал. Осторожно, это идеальное место для уроки. Сюда! Уже иду. Ну как? Ничего, пока вижу только своих. Да еще не чертовы стены. Может быть, она уже... Нет, она жива. Капец, он светится, я не знаю. Зулу, если вы слышите сигнал, пожалуйста, ответьте. У этого парня, походу, рейд была, ну, очень горячая кровь. Ну, жрот, давай! Это... Похоже, остальные тоже пока ничего не нашли. Ждем свою добычу. Фига себе, какой маникюр. Похоже, звук шел отсюда. Я тебя вижу. Ничего себе, какой маникюр у нашего малого. Всем отбой. Есть какой-то сдвоенный замок. Не снижаем бдительности. Две скважины в одной двери. Не расслабляемся. О, серьезная тетенька, серьезная. Что там было? Ладно, парни, расслабьтесь. Ну и так пойдет. Вы по очереди, я не знаю, что идите.
послушный мальчик, а? А чё они малого-то обижают? Не надо, потому что малого обижать. Малого любить надо. Защищать, уважать. Вот дотик. Походу, в его отряде бюджет был, походу, немножко урезанный, раз ему не дали датчик движения. Так, стоп. Вот. Я сразу же. Интересно, а что будет, если сюда нассать? Да, ни хрена не будет. Ни хрена не будет, абсолютно. Так. Конечно, шутки шутками, пускай даже тупыми, но нам надо двигаться дальше. Что нам нужно? Так. Это древняя боевая арена. Подлечимся, малёха. Понял. Вот главный все мешает. Кличка у него Кабан. Вот его лучшие бойцы. Это очень редкий паратек. У нас сильнее своих собрать, это достойный противник. Так, брат, нахрен я все равно включил конкретность. Да-да, до этого босса вообще почти на изи завалить. Потому что Петрианс, в отличие от своих, как он говорит, собратьев более мало, он не может бегать по стенам. Не знаю из-за чего, может у него нету вот вещества, которое позволяет смеяться. Или может он просто слишком тяжелый. Такую ошибку не совершайте. Ближний бой особо лучше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. До свидания.
Давай, Дима, хорош. И ты моя умничка. Послушный мальчик. Самое интересное, всех это подопечных вызывает, а сам в сторонке где-то ходит. Ну, типа, кабан, ё-моё. Так сказать, главарь всей этой шайки. И его это, и царское это дело, руки морать. Фактически кабан или... Среди своих как князь, царь. Я, кстати, помню, как-то, когда играл давно-давно забавную паклу, что я этим диском что-то орёшь там. Можешь потише, я не знаю, созвать шестерок, семерок, восьмерок, пятерок. Вот так в общем, когда помню, играл давным-давно, я этим диском, помню, ему башку снес. В прямом смысле этого слова. И у него было еще здоровье, и он просто тупо ходил без башки. Знаю, это баг, но выглядел забавно. Я, как понимаю, в голову было уже целиться как-то бесполезно. Я даже, если не ошибаюсь, этот скриншот даже сохранился, где он без башки. Вот ты нахуй, а? Сюда. Отдохни, все. Кабан сверху теперь. Теперь младшой не такой уж ты хиленький, как первый раз подумал. Какой-то ноунейм малой просто завалил кабана из соседнего района. Ну а хрен ли, район-то надо захватывать. Так что наш малой будет всем доказывать, какой район опаснее. Эй, блин. Честно, аж самому стыдно, что я несу. Копье. Классная штука, кстати, довольно-таки дамаженная. Так, ну вот, прошли мы уровень. Идем дальше. Так, у нас было две аптечки. Насколько я помню. Не надо! Не стреляйте! Мы же ничего не сделали! Это какая-то ошибка! Спросите Бейлока! Он подтвердит? Пожалуйста, спросите его! Действуй, параграф 88, сила неоправда! Чтобы нажать... Что? Что это за клавиша такая? Контроль, продолжаем патрулировать.
Кстати, забавный факт. В отличие от второй части, копьем мы здесь не можем в ближнем бою, ну, драться, как обычно. Мы можем его только... И, соответственно, это копье, ну, само по себе каким-то чудным образом у нас восстанавливается. Да, я говорю, что это копье довольно-таки очень дамаженное. Вспомню, сколько надо было потратить патронов, чтобы убить одного андроида за нашего десантника, нашего батьку. Лицом прыгнули, хоть бы что. Самое главное, когда появляется такая своеобразная сфера перед убитым андроидом, у нее лучше не вставать, иначе ваша маскировка слетит. И если я не ошибаюсь, даже кусочек здоровья даже могу продемонстрировать. Во. Ну да, только маскировка слетела. Ну да, да, вот как я и говорил, у нас одна аптечка нашему бравому малому защемила палец на средней ноге дверью где-то. И, естественно, надо было это дело как-то подлатать. Вот и минус одна аптечка. Черт, он здесь! Ловите его, ловите его! Не пускайте его! Хотя как-то странно, они же вроде андроиды, почему я вижу через тепловизор? Загадка. Ну ладно, не суть. Может быть, на это есть свои причины. Ну так я же обесточен. А теперь обесточен. Отрви человеку голову. Господи. Внимание! Несанкционированное проникновение внутрь астероида. Активирована система Монорикса. Блин, главное не упасть на эти рельсы. Иначе будет очень прыгнуть. Yeah.
она тебе уже больше не понадобится. Этому вообще все плевать. Перезагрузка винды у него идет. Не знаю, то ли обновление, то ли перезагрузка, но пока его это не касается. Здравствуй. Я ждал этой встречи. Мы уже давно изучаем твоих сородичей. Я и мои предшественники. Вы — часть фамильной истории. В вашей пирамиде спрятаны знания, которые мы должны заполучить. О вашей расе, о созданиях, на которых вы охотитесь. Рано или поздно, но мы их найдем. Но гораздо проще и быстрее будет поймать тебя, чтобы помочь нам. Взять его живьем. На операционном столе он должен быть невредимым. Ага. И при этом меня же застрелить. Камера королевы открыта. Требуется повышение мер безопасности. Кажется, что мы все еще недооцениваем тебя. Не позволяйте ему войти в лабораторию. Система безопасности примитивна. Наконец-то аптечка, ё-моё. Внимание! Система безопасности деактивирована. Всему персоналу следовать протоколу эвакуации. Внимание! Критический отказ систем безопасности. Разрешаю огонь на поражение. Что ты ищешь в лаборатории? Не знаю. Что-нибудь да ищу. Аптечки, например. Чтобы, если вдруг, я не знаю, там... подёрхает мне ветка на ногу, чтобы аптечку использовать, а то иначе без аптечек не доберусь. Первых разведывательных экспедиций сверхъестественной коммерции. Корпорация Вейлен Хьютани всегда покоряла новые рубежи. Что ты ищешь в лаборатории? Да господи. Вейлен Хьютани, мы построим новый мир. Мамку твою ищу, господи, кого я еще ищу в лаборатории? Что за... Ай-яй-яй. Теперь захватил, блядь. Охотник, вот-вот, твой усилие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это ужасно, кстати. Thank you.
так пошло в компьютере говорить, ё-моё. Видишь, тут бегают удивительные создания природы. Ой-ой-ой, прям лап, прям аж не лап. Ползет. Шустрый, а? Ё-моё, вы что, на ровном полу, ё-моё. Чувак, привет. Я не хочу так умирать. Господи. Ладно, я думаю, он сам убьется быстрее, чем я. Он сам, наверное, быстрее убьется. Так, аптечка есть, аптечка. Бегом! А, ничего. Как-то жалко, аж его немного. Кстати, да, эти чуть-чуть еще выживать могут в попадании копья. Если, конечно, в голову прям ни хрена хоть.
сперма-дроид. Все белое. Так, ладно. Что это у нас, а? Ну что за... Вот не годь! Внимание, охотник не должен проникнуть в пирамиду. Так. У него, походу, перезагрузка Windows идет. Оставить его? А у этого, походу, обновление пришло. Теперь войти в тайну лаборатории. О, медкапс. Ну, поехали. Ну, продолжим дальше. Главное в лаву попасть. А то я так помню проходил. Просто я когда десантником проходил, помню. Но это давно было. Просто стреляю, отхожу назад. Ага. Отошел назад, блин. Что вперед перешлось дальше. Это хорошо. Когда лечить меня не будут. Прикоснись к наследию. Наследию расиста. Thank you.
Ай-яй-яй. За ногу тяп. Йоу-йоу-йоу-йоу! Хватит! Так, я походу понимаю, почему он переспаунится. Да, план Б. Ё-моё, давай быстрее. Я ж совсем забыл, зачем мне убивать их, если за меня это сделают другие. Противный создание. Везде достал. Ё-моё, ну прыгай ты, господи боже. Ну что ж ты. Да-да-да. Да, начнется месиво. Чё, все пропали, ой. Чувак, что с тобой? Тебе так нравится жить в текстурах. Кто-то хищник повалил. Чё, малой за это отомстит. Вставай-то. Я чё-то ни хрена себе двоих сразу. Вот это я. Я это сделал. Я убил этого шерта. Вот и приказ мы понимаем. Воспользуйтесь микрокомпьютером. Где? Да, это, как понимаю, еще Вэлланд здесь не побывал. Ну, в принципе, оно и понятно. Иначе бы здесь бы здание было бы разрушено. О, а вот компьютер Вэлланда. Или, может, не его?
Предатор Вейдер. Или Дарт Предатор. Блин, не знаю, как даже лучше слово сочетать. Обнимашки. Тяжелее. Тоже здесь придется прыгать по камням. Ну да, да, конечно. Лава, естественно, ничего не сделает. Лава, естественно, ничего абсолютно не сделает. Ай-яй-яй! Да. Ксеноморфы, по сути, боятся огня. Ой-ой-ой-ой-ой. Жопу-то мою рвут, дай боже как. Вообще должен нашему малому череп разнести, как ни хрен делать. Блин. Как бы. До свидания. Капец, конечно, отлетел. Малой глава банды, глава района, глава города.
Наш малой вырос. И причем такая же была заставка, когда приходили за нашим курсантом. Так, ну что, прошли нашим малым, нашим хищником. Такой вот сюжетик. Что вот так вот. Ну, следующее прохождение у нас кого осталось? У нас остался чужой. За него как-нибудь я и пройду и сниму следующий видос. Ну, а так, всем спасибо за просмотр. Может, что-то для себя нового открыли, может, нет. Как говорится, всем до следующей встречи, до следующей, как говорится, игры. Спасибо, всем пока.